они будут проходить по верхнему краю, так что заметьте, я скажу. Но он шел, он же может был вот так где-то он выдержал. Он периодически делал какие-то выпады, пытался меня вот этой рукой как-то схватить. Но у него не получалось, как бы я отходил все время, его отталкивал от себя. Я прошу признать Кузнецова Александра Михайловича виновным по статье 104 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить по данной статье наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в истории колонии общего режима. Бить вот так вот удары, то, что здесь вот он сейчас показал, с какой силой, с каким размахом он это делал, с каким удовольствием. У него была возможность этого не делать, придержать, как говорится, свои силы. Поэтому я считаю, что преступление было совершено умышленно. И прошу, согласно статье 232 УПК РК, вернуть дело прокурора района, переквалифицировать действия Кузнецова со статьи 104 на статью 106, часть 3. Виной свою не признаю. Я думаю, 3 удара по лицу, которые доказала судебная экспертиза, против человека с ножом, это более чем необходимая самооборона. С точки зрения закона 32 статьи, я имею право взять нож и воспользоваться им. Но у меня ножа никакого не было, потому что я пришел в клубе и меня обыскали. Мурат Калиева при входе в клуб не обыскали. Спасибо.